Герой не гибнет, умирая, двойная жизнь ему дана, и эта жизнь его вторая, бессмертной славою полна. Александр Кобзев родился в 1994 году. В 2012 окончил 7-ю Одинцовскую гимназию и поступил в ВУЗ. Стал юристом и успешно работал. А осенью прошлого года молодой человек был мобилизован и ответственно выполнял поставленные задачи в зоне спецоперации. При исполнении воинского долга погиб в феврале этого года. Мы всегда будем гордиться вашим сыном. Светлая ему память, царство ему небесное. Это достойные герои, на которых должна равняться наша молодежь. Это настоящий мужчина, молодой мужчина, который, ведь, к сожалению, так получилось, что общество разделилось. Может, ребятишки пока маленькие не понимают, но вы прекрасно понимаете, что приходит момент жизни, когда нужно сделать свой выбор. И выбор Александр сделал. Честно отдал свой долг родине. За отвагу и бесстрашие он был награжден орденом мужества посмертно. Память выпускника почтила, приняв участие в церемонии открытия мемориальной доски на здании 7-й гимназии, первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина. На церемонии присутствовали и активисты Одинцовского отделения «Единой России». Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Историческая память». Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».